from gone. I just want some darkness. It happens every time, but it's not mine. I find a purpose to be. It'll make me feel complete. Feel complete.
sit at home and cry, and you're the reason why I'm in so much pain. Саутгемптона, одних из претендентов за победу на кубок. Ребята сыграли достойно, моя команда. Они все боролись от первой до последней минуты, у меня нет к ним претензий каких-то. Они все молодцы, никто не верил в нас, все нас бросили. Тяжело выходить, играть против команды, в которой играют ребята, с которыми ты бился бок о бок в течение чемпионата. Теперь они против тебя. Удалось кое-как собрать команду на этот кубок. Думаю, что шансы все равно побороться за Лигу Европы есть. Там будут команды примерно нашего уровня, может, чуть выше и чуть ниже. Но мы будем бороться за победу в Лиге Европы всеми правдами и неправдами. И будем бороться и биться до конца. Команде соперника спасибо за игру. Они достойные наследники Мэтта Летисея, Дэнни Хиггинботтома и Анти Ниеми. Удачи им в дальнейшем. Спасибо. Здравствуйте, защитник команды Саутгемптон Кишка Дмитрий. Сегодня игра выдалась довольно-таки напряженной. Парни, что наши, что соперника, хорошо сражались. Это моя бывшая команда. Приятно было с пацанами встретиться. Бились пацаны до последнего, хорошо играли. Видно было, что развалились только в конце. Уже когда при счете 3-0 пацаны расслабились, еще пропустили. Но я им не сказал, что счет по игре. Спасибо пацанам, хорошая игра была. Всем спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста.